Сотрудниками полиции пресечен нелегальный оборот алкогольной продукции. На территории Ленинского муниципального района выявлен факт незаконного хранения партии фальсифицированного алкоголя. В ходе проверки складских помещений на 21-м километре Варшавского шоссе установлен факт оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии, маркировки и сопроводительных документов. Обнаружено около 58 тысяч бутылок водки, коньяка и пивных напитков различных наименований, а также грузовой автомобиль с полуприцепом, используемый для перевозки алкоголя. В помещении находилось четверо людей, трое разнорабочих и водитель. А кто вам платит? Не знаем, кто. Там оставят машины. Не знаю, да, там говорят, там зарплата там. А мы идем, возьмем. А никого не отдают. Тысяча рублей в день у вас? Одна тысяча рублей в день вам платили? По данному факту следственным управлением ОМВД возбуждено уголовное дело. Вся алкогольная продукция изъята и передана на ответственное хранение уполномоченной организации. В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и задержание поставщиков и фактических собственников фальсифицированного алкоголя, а также мест сбыта поддельной продукции.